Медиахолдинг УТВ вновь выпускает фирменный календарь. В этом году его страницы украшают работы уральского художника Михаила Ткачева. Уникальную подборку картин помогли собрать в областном отделении Союза художников. Михаил Ткачев – уральский художник-график. В годы Великой Отечественной войны он создавал антифашистские плакаты. Именно в Челябинске после возвращения с фронта художник создал свою знаменитую целинную серию картин, которая сейчас хранится в Государственном русском музее в Третьяковской галерее. Именно эти работы и размещены на страницах календаря. Для Союза художников совместная работа с медиахолдингом УТВ стала подарком к юбилею. В начале года они отметили 80-летие. С одной стороны, это такая дань памяти и уважения этому художнику. С другой стороны, это большой и значимый подарок для нас. Кроме картин, каждый месяц года сопровождают цитаты и стихотворения южноуральских поэтов. Их специально подобрали сотрудники областной научной библиотеки. В августе мы взяли картину Михаила Ивановича Ткачева «Сумерки» и процитировали Олега Митяева. «Август пытался придать листве желтый язвительный цвет». А я размышлял о предательстве той, что со мной уже нет. Правда, в продаже календарей не будет. Часть тиража вручили Союзу художников, другие получат партнеры медиахолдинга УТВ, участники наших проектов и акций, и самые активные зрители. Такая форма, как издание календаря, это очень приятно для всех, для нас, для коллег, для наследников Михаила Ивановича. Напомним, в прошлом году медиахолдинг УТВ выпустил сразу два фирменных календаря. Один был посвящен году литературы, второй – 70-летию Победы.